Привет, ребята! Мы на канале «Мирослав с питомцами», но я сегодня не буду показывать питомцев. Я сегодня покажу, как сделать оригами-кораблик. Вначале так сложим ровно. Так. Дальше вот. Так. Ничего страшного, если получилось неровно. Главное так соединить. Ровно. Вот. Теперь берем эти уголки, где закругленные стороны. Ставим этот уголок вначале. Потом и этот уголок ставим так. Потом загибаем вот эти вот линии. Вот. Так. Так. Потом переворачиваем. И эту линию загибаем. Потом вот эту вот сюда, а эту то вот сюда, получается вот так вот. И с этой тоже самой стороны. Кто сделал, может начинать делать вот так вот ромбик такой. Вот, сейчас только соединю. Вот, так, 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 так. Потом делаем вот так. Вот здесь так. Ничего страшного, если эти торчат. Потому что мы здесь тоже будем загибать. Так, так, потом делаем вот еще один ромбик, потом вот так вот разворачиваем, и здесь выпрямляем так, вот так вот. Потом получается вот такой вот красивый кораблик.